Бен с Мисси задерживаются? Нет, они тут. В туалет отошли. Минут 20 назад. Секс у молодоженов? Господи, они занимаются сексом без перерыва. Привет. Привет. Горячий. Мы там на знакомых наткнулись. А очередь какая? На каких? На Барбару. И Дэйва. В туалете? Секс у родителей. Когда мы познакомились, тебе было далеко за 20. И что? 22 и 28 это было круто, 32 и 38 уже не очень. Редкий? Да шучу я. Секс у друзей. Может, заделаем уже ребенка? Что? Только одна причина. Мы оба хотим ребенка, так будем вместе его воспитывать без всего этого геморроя с браком. Я уже не понимаю, ты шутишь или нет? Ребенок. Я буду уделять 100% внимания ребенку половину свободного времени. Позвольте приступить к делу. Черт! Господи, мы так хотели, чтобы вы сошлись! Нет, нет. Мы вовсе не. Они просто перепихнутся разок, чтобы зачать ребенка. Да. Чего тут непонятного? Это худшая идея на свете. Вы просто молодцы! Головка пошла. Он меня нахрен разорвет! Идеальный баланс ингредиентов. Они даже не представляют, как это будет сложно. Ни капельки. Их ждет сущий ад. Привет! Это что ж так вкусно пахнет? Джейсон готовит потрясающие пироги. От автора исполнителя главной роли в фильме «Целуй Джессику Стейн». Не думаю, что это очень сложно. Четко и просто. Я уже могу раздеваться, если дойдет до интима. Покажи. Неделя на три забудь. Приготовься произвести первое впечатление. Боже, простите. И аккорд. Ого, здоровый и очень красивый немецкий мужик. Вообще-то я с Лонг-Айленда, но все равно привет. Милый, смешной, трогательный. Сидеть? Ого, ну-ка, поехали. Ты подкатываешь ко мне, не стесняясь ребенка? Фу. Я не жена. Кажется, я встретил классную девушку. Привет, проходите. Я нашла кучу твоих трусиков у нас в квартире и... постирала их. Джейсон и Джулс. Мало кто верил, что их задумка сработает. А почему вы с ней не попытались сблизиться? Я слишком хорошо ее знаю, как будто она моя третья рука или нога. И что в этом плохого? Кто еще умеет так расплакаться? Он как тупой младший брат. Или надоедливый пес. Так кому первому пришла в голову эта идея? Ему. Ей. Тебе. Что ж, удачи. Мечтаю увидеть, чем все это кончится. Друзья с детьми.